здрасте. Давайте сразу время тянуть не будем, прям к ржакам перейдем, да? Ну, благо у нас их навалом, потому что все-таки мы с юмористической столицы. Да тихо, патриот, подожди, рано. Ну, сами посудите. Воронеж поделен на два берега, правый и левый, а между ними находится кондитерская фабрика. У нас есть такое подозрение, что Воронеж может скоро слипнуться. Знаете, еще в Воронеже есть ликероводочный завод, известный на весь Воронеж. Да тихо, успокойся, подожди. Он был бы известен на всю страну, если бы продукция хоть как-то успевала за границы области выходить. А чё ты сейчас молчишь, а? Ничего. Стыдно тебе? Отстань. Стыдно, так говорю? Народ. Так, Илья, почему ты всегда все говоришь? Ну хорошо, давайте это обсудим. Так, вот ты, например, что в команде делаешь? Я настоящая баба в команде. В горящую избу войду, коня на скаку остановлю. Слышь, баба, ты веком не ошиблась? В наше время что настоящие бабы делают? Либо мыло варят, либо котиков фоткают. Ты выбирай как-то. А я электрик в этой команде. Я говорю, встань на место. Что такое? Ты совсем, что ли, смысла не улавливаешь? Я называю профессию, ты придумаешь шутку. Я говорю, встань на место. Ой, тоже мне юморист, не мог на электрика шутку придумать. Я тебя сейчас замкну, понял? А ты что делаешь? Ребята, я о вас позаботился и специально к сегодняшней игре пригласил представителя АвтоВАЗа. Антон Эдуардович, вам слово. Здравствуйте. Ну, ребята... Кто хочет на машине покататься? Тест-драйв! Ну, тест, только краш. А куда поедем? Ну, точнее, никуда, а докуда, да, до стены. Я спереди тогда. Не переживайте, там в итоге все будут спереди. Скажите, пожалуйста, почему именно мы? Ну, потому что вы олицетворяете типичную русскую семью. Смотрите, пьющий муж, жрущая жена, и сзади мы ребенка в детское кресло посадим. Я не хочу в детское кресло! Ну чего ты, посадим тебя в классное мужское кресло, голубого цвета, а не так, как у тебя в жизни розовое. О, а можно тогда локоточек прямо откинуть вот так вот? Конечно. А стаканчик поставить? Конечно. О. А покажи, какой сильный. А покажи, какой большой. А покажи, какой дурак. 25 лет ума нет. Ладно. Ладно, давайте с вами анкетку заполним, да? Вы местные? Нет. Все, спасибо, анкета закончена. Так, Антон, я тут что подумал? Давай дождемся конца игры, я тебе потом сразу всех отдам. Ну, заодно Ладу Ларгус протестируем. Ну ладно, Воронеж, сегодня прям настроение отличное. Пушка страшная заряжена, погнали! Здравствуйте еще раз. Дорогие друзья, все мы знаем, что недавно Криштиану Роналду получил свой третий золотой мяч. Но даже он не застрахован от такой ситуации. Итак, представьте, в испанской резиденции Криштиану Роналду. Здрасте, Игорь Кичаев, тренер футбольного клуба «Лада». Скажите, нет желания пошпилить за Тольятти? Да подождите, ну, голевой король, ну что вы делаете в самом деле, а? Я понимаю, 6 утра, от человека немножечко пахнет, да? Ну, как бы, мы же серьезные люди, предлагаем вам миллион... Евро. Миллион голов за сезон, забивали хоть раз? Ну, подождите, ну что же вы делаете, а? Мы предлагаем вам отличный соцпакет. Знаете, какие у нас дарят конфеты на Новый год? Там все ваши любимые. И каракум, и птичье молоко, и красная шапочка, а? Всего 4 сосательных в пачке. Так, если вы не уйдете, я вызову полицию. Так, все, понял. Последний шанс. Вы играете за нас, потому что ваша жена Ирина Шейк у меня. Ха, да мы с ней расстались. Да ладно. Ой, как неудобно. Сережа, выпускай эту бабу из амбара. Быстро! О, Боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама. При взятии свингер-клуба мент узнал своего бывшего одноклассника. Петров, говорю, прикройся, мне с тобой неудобно разговаривать. Все-таки классуха была не права. Говорит, Петров не меняется. Ни хрена себе. Петров тут только и делает, что меняется. А, Петров, свингерюга, я тебя со школы таким и помню. Главное, на первом уроке с одним сидит, на втором уроке уже с другим, на третьем уроке с третьим, а? На четвертом уроке сидит на задней парте, что-то высматривает себе, выбирает там кого-то, а? Петров, а что у вас тут делает школьный физрук? Поменялись! Стоять! Значит, сейчас все едем со мной, я закрываю вас на 15 суток. Ура! В разные камеры, чего вы радуетесь? О, Боже, мама, мама, в
пятницу вечером в карете скорой помощи можно встретить и такого персонажа. Сережа, Сережа, ты будешь жить, Сережа. Сережа, ну не иди на свет, ну что ты делаешь, оно тебе не надо, а? Ну потом, дело не в тебе, дело в брусьях, ты ж чуть-чуть не докрутил, Сережа, а? Мужчина, можно потише? Почему вы с пивом? Это в какой-то степени анестезия, я же врач, у меня как бы погоняло знахарь. Какой знахарь? Понимаете, вы едете в карете скорой помощи. В карете? Вот это у них тут все пафосно. Кучер, гони в областную! Так, пошел вон отсюда и другу свою забирай. Чего? Чего? Люди! 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 Я просто в детском театре Робинзона Круза играл. Думал, где мне это пригодится, а? Илюша! Ой. Сегодня ж 8 марта. Сережа, господи, вернемся за барсеткой и потом к барышням, понял? А, друзья, ну и что хотелось бы сказать в конце? Знаете, некоторые женщины не поздравляют мужчин с 23 февраля, потому что, ну, те, мол, не служили. Так вот, я предлагаю не поздравлять женщин, которые не умеют готовить. Ну чё, бабы, с воскресеньем вас! Воронеж, спасибо!